Okay. Хорошо. Варлок, который трогает тоже ступени. Когда будет 10, продолжим. У нас 7, 6, 5. Мы добили. Это было сложно. Где минус, где плюс? Плюс треугольник, минус луна. Окей. Warlike, лучше подойди ближе к нам, у нас так больше урона получается. Не, на него тоже пишется дебаф. Не сбегайтесь! Не сбегайтесь! Меч красивый. Если просто так вот дадите, то я не откажусь. Варлоку на трансмок. Ну, можно было и быстрее.
Мы, короче, на токен кинули по 3 ролла. 3 я, 3 Олимпус. И вот, да. А что там, кстати, падает? Там сет какой-то? За токен. Да. А, 2, 3. Сейчас посмотрю, хорошо. Как по мне, то самое полезное — это пятое. И я про это. Стаки сбросить не хотите? Нет, здесь другой путь. Ночью мной. Там не будет веселья, если мы будем правильно бегать. Там будет просто избиение манекена. Чуть-чуть, пожалуйста. На мне нет лапки.
Что делать? Ну, пофиг. Шан диспелит только, когда талант вкачан. Да. Не, ну это что зависит от состава, если... Слушай, Слав, ну я думал, я в людей слишком дохера верю, то оказывается, ты прям вообще их боготворишь почти. Еще со всадника вроде как. Не, я уже думал. Крутил на трэше здесь. Я уже бегаю в поисках мифрила, которого уходит. Могу точку подсказать. А что он там быстро рисует? Ну, скорее всего, внутренние земли, ты хочешь мне подсказать? Именно сам Инстон, наверное, имеет в виду. Нет, рядом с ним. Рядом с ним и до него доходя, там очень много руды. А вот эти цветные пещеры? Где? Вот возле Марадона? Да. Я именно там и фармлю обычно голду. Там его мало, я там уже фармлю. Ну, там обычно мало людей бывает. Если и бывает, просто видят, что вот и есть, и убегают. Есть еще хорошая пещера в этом, в Фералассе, о которой мало кто знает. Но вот второй день я захожу вечером, видимо, они больше людей узнала. Там пещера прям такая приятненькая. Там мифрила где-то 15 спотов. Сейчас вот зашел в игру, я там друида оставлял. Зашел в игру, нету. Прям вообще нету. Боешка. Ну, или мы такую взял бы. Влад, в субботу будете 25-ку ставить? Да, наверное, в субботу. Шею на танкоспек. Ну, в субботу, единственное, я думаю, пораньше поставить, ну, часов на 8 где-то так, чтобы уже все заходили и уже стартовать. Я устал закрывать за 2-3 дня, я хочу нормально собрать 25-ку и нормально ее закрыть одним днем. За 2,5-3 часа максимум.
как бы это нормальное время для Накса 25, если нормально быстренько идти без слаг. Сука, даже тун зафармили. А тебе трик нужна шея это? Лилхаммер нужна шея. Короче, не дождался ты меня, Славка, да? Не захотел моего друля в огонь. Да не, пусть ребята закрывают, я ж тут вообще не против. Главное, собери пати, я подумаю. Ты, главное, сначала вон с ребятами око закрой. Это приоритетнее, как бы. Ну, просто мне, в принципе, пофигу, я пойду друидом там на этом, когда я десятку не пойду. Это как бы изначально планировался твинг для фарма руды. Руды, травы и все остальные чепухи. Поэтому я его так и проецирую, как бы я бегаю, фармлю все. Потому что пора уже закрывать ок. Там, ну, если у тебя не стоит никаких аддонов, то у тебя сразу экран краснотой покрывается. Когда он тебя фаргет берет. Мне тут что, вторым танком надо быть? Там не надо два танка. А ты что, ты мне метку поставил? Да, конечно. Ну, либо он вам. Варианта два. Пользователь.
А бомбанет у кого? У тебя? Что такое? Пацанов храняешь? Да, какой ложимся? Да, гоу, да, бьем. Попробуем. Очень странно, я даже на пол в него дал. Но, видимо, ты ни разу в него не попал, поэтому он на тебя не стал агриться. Агрон не сбрасывается. Там просто РТД, которые бьют в этот момент, они набивают дальше себе агры. Да, да. Ну и плюс паладины, вот я тебе объясню, почему они на них тоже срываются. Они правосудие-то кидают, ты просто бегаешь. Они хотя бы то же самое там правосудие дают. Ну, если дают, конечно, не факт. Все. Да, да. Ну, но у правосудия раньше 60 метров, по-моему. Если я не ошибаюсь, если не изменяет моя память. ГП к хуяру, блядь. Мышка дрогнула. Нет, там его не хилили. Я, короче, кастую, а там 20 секунд каст, блин. Я мышкой дрогнул и на платформу залетел. Ну, ты, видимо, близко держал, босс. Там надо чуть подальше держать, чтоб ребята спокойно... На них не вешался дебаф. Если РДД стоят близко к ноту, то у них, соответственно, висит дебаф. Конечно. Конечно, на всех. Блять, пятый раз уже забегаю в одну и ту же пещеру. Только я ухожу, там руда рисается. Наверное. Ну, сейчас еще вот хип и два ласта и все. По прессам лежит. Ну, это ГП однозначно. Кому ГП? За задержку рейд. 7 ГП. Когда у нас АФК уже? Я уже вздыхаю от голода. У меня бананы кончились. Привезти? Не надо. Слушай, кстати, нашел баганную пещеру. Тут
Блять, раз в две минуты резается весь мифрил и тори. Заебись. Да. Нет, ты когда сделал? Да, обязательно. Сейчас дофармливаю. Зачем тебе голда в ГБ? Да ну. Такого абра на куне. Смените, пожалуйста. Ой. Отдайте мою ауру. Не отдавайте ей ауру, она вредная. Я не понимаю логику вот этой вот лужи. Я бежал за вами, но сдохла. Сейчас на пол, пожалуйста. Там хитбоксы неправильные. Так я вот справа от меня и слева бежали челики, а сдохла я. Там по-любому метки криво стоят. Да, и можно ли избежать дебаф? Который каст режет. Так не надо водить, не занимайся фигнёй. Там же где я. Чё у тебя не получается, это босс вести? Чего? Нет, у меня нет. Вы что, в рейд приходите уже поломанные? Ну, мы ж вместе вайпаемся. Как можно поломаться быстрее, чем ломаются другие? Вот это камень, вот и лата, короче. Так это никак не влияет. Ну, не знаю, кажется, влияет. При смерти ты теряешь одинаковое количество прочности. Хоть ты в ткани, хоть ты в латах, хоть ты в кольчуге, хоть в коже. Ну, допустим, линканите тканевые сапоги. Просто. Кто-нибудь. Вот у тебя сколько показывает прочности? Максимум. Вот, а у меня 75. Все равно по 10% снимается. Ну ладно, ладно. По-моему, короче, у нас какой-то неверующий паладин появился. Нужно потом после РТ демонов из нее изгонять. Так, я никуда уходить не буду.
танка нет? Ты плечи, ну, конечно, нет. Подозрительное название. Ну, CSI это этот детектив. Розыск Майами, Лос-Анджелес. Я пересмотрел сколько. 4 разных. Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и еще что-то было. Не помню. Надо либо мелодрама, либо доктор Хаус. Если любишь такие сериалы, посмотри сериал «Щит». Он более правдивый, чем CSI. Какой сериал? «Щит». Он тоже, по-моему, первый сезон, там, год 2000-й, что ли, что-то такое. «Щит»? «Щит», да. Да. ОБН, внедрение, вся херня. Сними куни. Лучше посмотрите этот, «Белые воротнички». Охеренный сериал просто. Тоже связан с расследованиями, но немножко других параметров. В основном в сфере искусства. Блин, Слав, а это до Москвы далеко тебе ехать, да? Бля, да чё, мне чай закончился. Ну, думал попросить тебя это, подойти и сделать. Просто не веди его туда, в другой конец комнаты. Я почти думаю. Да. Я достаю. Там, кстати, есть баг на Хейгане, но я не знаю, здесь банят за него, не банят. Можно попробовать так. Короче, притянуть его на платформу, просто оставить на платформе на второй фазе. И всем тоже быть на платформе. Да я только за бегать. Эм, вы сейчас помрете. Уху! Че, убили? Или я выжили? Поняла, как бегать. А, ну это хорошо. Нет, не поняла. А смысл-то бегать? Учимся. Короче, мы бежим туда, где только что они поднимались его. Все, поняла. Надо это запоминать. Тем временем я уже собрал 400 камефрила. Сколько нам боссов осталось? Он все портит. 4. Был у меня бабу второй.
Тотемы, может, стояли. Да там тебя и так прохиливать должен. Где? Тебя там Холлер Пал будет спокойно поднимать. Чё прикалываешься? Ну и плюс одной цепнухой будет подниматься Рэй. Плюс на крайний случай, как бы еще может Трик кастануть в этом Велиме, кастануть цепное исцеление. Сейчас чарку на штаны только эти делают. Портняшки? Кожевники и портняги, да. На кастеров. На кастеров, да, портняги только. А на плечи покупаются, да? Или кожевники? Хадиры. Репутация. О, нет. Только хадиры на данный момент. Либо ПВПшные. А часто вы здесь вайпались? Очень редко. Блин, кстати, мне этот кузнец нужен. Фоловый. Я вспомнил. Да. Золотая цепь на дубе том, блядь. Днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Знаете, очень хорошая идея, когда люди ходят в десятки и не лутают ЕП, а лутают ГП. Это очень хорошо мотивирует. Да, да. Я это уже говорил. Но несправедливо, если все лутают ГП. Я своим всегда говорю, как бы, вот, если они слакают, я их предупреждаю. Когда у меня, у моих, знаешь, там бывает, подрасслабятся немного, такие, типа, вот, что-то мы быстро идем, короче, подрасслабимся, и все. И я им сразу говорю, что, ребят, так, собрались, либо ГП накину всем. И нормально, все, собираются, и сразу убивается все. Это, еще знаешь, как бы я стимулировал людей к статикам, как я делал у себя на X3 за первое закрытие пул статиком дополнительное ЕП, то есть за каждый инс, за пул закрытие. Ну, за первое закрытие статиком. Дополнительное ЕП. Ах, если бы мне за такое давали ЕП, я была бы богата. Это геморно, как бы, все отследовать. Но, тем не менее.
Что, опять сдох? Если ребята не понимаете какие-то моменты боя с боссом, вы спрашиваете. Не нужно умирать от первой волны и весь бой смотреть по сторонам, как другие босса бьют. Олимпус уже какой-то раз умираешь. Да-да. Надо бы кап меткости собрать, особенно танку. А почему тогда? Ну так надо тыкать. Значит, найти пока самонит тоже включится. Или еще починюсь. А вот знаете, раньше была такая штука, зелье оцепенения. Оно работает здесь? Да, оно работает. Ну, на всякий случай, для одаренного меня. Ну там, смотри, тебя спасет, грубо говоря, только от одного потока лавы, от остальных тебя не спасет. А, блин. Забылась. Там же на поглощение урона. Когда телепортируется готик обратно на пьедестал туда, убегайтесь оттуда, не стойте до последнего. Тяка, трик, не стойте там. Вы получаете от облака урон. Чем могу помочь? Да свети. Не нужно сидеть и ждать, пока РЛ вам там каждый шаг объяснит вам. Пусть сосредоточится на перебежках и бегает. Пошел релогать, наверное, компьютер, ноут или что у него там. Кто прокол? Олимпус.
Может, АФК пока он... Да пойди, пойди, разогрей себе, покушать уже, пойди. Спасибо. Слава, морешь голодом людей, рейды. Я охерею. У них тогда мотивация быстрее проходить рейды. Для некоторых, да, для некоторых это наоборот, затупки все больше и больше происходит. Все от людей. Блин, интересно, успею добежать Тори и собрать? Или там Аликовский пал бегает? Ну, он, наверное, перезагружается, наверное. Пошел модем там или что у него перезагружать. Он висел до этого. Я не знаю, о ком. Я ж у тебя токены все заберу, ёпт. Вот так-то тут уже всем бесполезны токены. Ну, он как это вернется. У тебя не вот в Насте ни одного токена. Как так? Как Настя, ты не представляешь, но вчера или когда-то. Позавчера я была ретриком. А тут опухоль упалом стала, да? Беда. Че, беда. Принудили? Нет. Я как бы хотела быть ретриком, но через месяц, а потом Слава говорит, пойдем, Накс 25. Пан говорит, пойдем. Я такая, пойдем. Хорошо, голда была на второй спек. Ну, сука, тут шаман бегает. Ордынский просек эту фишку, что я из этих пещер не выхожу. Из одной в другую, из одной в другую бегаю. Сука. Был бы Аликовский, я бы его убил бы. Это Кардинский. Надо этого делать, ренегат. И в ПВП одеваться. Чем мне еще нравится сова, это вкачиваешь совет тайфун и прям вообще кайфуешь. Подбегает кто-то руду собирать, Алик какой-нибудь, ты такой, бац, лети отсюда. Я хочу ДЦ сделать. ДЦ? Да. На данный момент не делай. С выходом Каражана хотя бы, когда Т4 будет. Ну, на я как бы играла и без него... Лучше всех играла за ДЦ. Ну там на одну кнопку жмакать и все. А тут надо ну, ты, смотреть, наверное, экономить есть мана. Бегала, да? Нет. А, ну потом переоделась, да, в Т10, 277. Ну вот. В Т10, да, я согласен. А до Т10, ну, актуал это только Т4. В Т9 ДЦ бесполезен. Ну, я еще Каргер хилила в 240 каком-то, когда у меня никакого сета не было. Просто. Так что все надо. Что происходит? Такое? Олимпус здесь? Что там, Олимпус вернулся? Нет. Он бросил нас. Мне, чтобы он перед нотом ливнул, чтобы я хотя бы квест сделал. Потом 25-ки не сделал, 10-ки тоже не сделал. Ладно, кидай. Хватит.
А, ну ладно. Мне черкаски кидаю, пан. Блин, у меня такое ощущение, что у меня доты не максимального уровня выставлены. Ой-ой-ой-ой-ой, надо срочно в ту пещеру бежать. Там мифрил порез. Чё? Сейчас идём. Пан сдох. А мне тоже топор сласта нужен. Будете воевать, значит, за топор сласта. Разрешаю дуэль. Он ПВПшник. Но без оружия, без одежды. Да, 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 да. Макгара. На кулаках взяли, блин, одежду всю сняли. И давай драться, как в хоккее. Все, перчатки скинули с себя и давай рубиться. Блин, добежать бы до Мифрила-то. Ой, отлично, добежал, никого тут нет. Ты можешь Олимпусы пока что убрать? Да, спасибо. Возьми просто себе... Ты хилботом хилишь? Да. Возьми себе, отмени отображение 8-й пати и собственно, 7-й. Чтобы оффлот их всегда в основном перемещают в 7-ю, 8-ю пати. В итоге у тебя они никак мешать не будут. Лень. Да там, блин, открыть настройки, две галочки поставить, ты чё ленивая? Я смотрю, такая? Какой шмот с лоста падает. Господи, понятно. Спасибо за диван. Сейчас отдохну, посижу. Слушай, ну чё-то как-то Мифрил слабо фармится. 5 стаков только за это время. Ну, в принципе, 100 слитков. Нормально. Да, Денис тут. Тут. Кулак всем. Я каски раскинула. Слав, ты не подготовился, короче, сегодня. Да не, я вон тебе еще утром говорил, что надо там это Мифрила, Тория на фарме. Прихожу домой, нету ни Мифрила, ни Тория. Да. Не, сейчас убьешь. Ну,
А я не могу остаться у босса брать? Не, тебя Олежка убьет. Все, уходите, РДД в звезду. Нажми бабл лучше сразу. Попробуй. Бабл поможет нам. Просто на этом боссе у каждого пинг свой, и если человек сам не научится бегать, его никакой РЛ не научит. Это знаешь, как сегодня читал мем в ВК, типа, смерть забирает лучших из нас. Я почему-то еще жив. Молодцы. А че ты Геру спота не отдаешь? Когда ты вот после первой волны переводишь, там до цикла до этого, там еще 40 секунд как раз можно сдать Геру и под Герой нарубить его. Тут броня. Это тебе. Ну это ты прошел. Плащ? Ну так это такие одевают на мишек. Ну как бы да. Сколько у тебя брони, кстати, мишек? Это под тотемом или без? А аура брони стоит? У тебя чем больше, чем у меня брони. Да. У меня лаги тоже были. Не знаю. Не знаю, ничего еще не виснет, не лагает. Белорусский интернет — самый лучший интернет в мире. Аналогично, только русликов. Так РДД и РДД бьют глазья, а милики бьют этих червей. Не нужно бежать миликом вплотную к этому глазу и месить, получать от него урон. Ни разу урона не получил, но, видимо, повезло. Скорее всего, повезло. Бля, хочу пойти себе чай. Хочу пойти чай себе сделать, а, блядь, боюсь место свое покинуть. Сейчас, не дай бог, отойду, кто-то придется.